Один философ говорил: величайшее благо для человека — найти свое предназначение. И я его нашел. Я хочу ограбить банк. Для этого нужно много техники, так что первым делом придется найти того, кто вложится. Сейчас у меня нет денег. Есть у кого занять? Есть один тип. Алло, Марио, это Фернандо Арахуа. Я сейчас сижу в машине прямо за тобой. Наверное, ты захочешь подойти поговорить? Надеюсь, ты мужик не буйный. Зачем ты меня преследуешь? Ты вообще кто такой? Фильм «Ариэля Винограда». Зачем док сказал обо мне? Просто потому, что ты номер один в собственной работе. Одно большое ограбление. Просто огромное. Мы в 18 метрах от того, чтобы стать миллионерами. Недурно. На основе реальных событий. Есть хорошие системы, чтобы предотвращать налеты. И есть хорошие системы защиты от проникновения. Но не существует такой системы безопасности, которая могла бы предотвратить обе эти вещи, случись они одновременно. Только не ищи проблем, папа. Есть обычные истории. Мои ребята в тюрьму не хотят. Об ограблении. Кто из вас настучал? А есть ограбление. Чем дольше тянете, тем будет хуже. Вам нужно сдаться. Которые входят в историю. С днем рождения тебя. Ну чего, как на поминках? Гильермо Фанцелло. Диего Перетти. Афера века. Сейчас мы сидим в угнанном фургоне, не в самом спокойном районе. Так что не глуши машину. Если что случится, мы сможем по-быстрому смыться. Тебе ясно? Ясно. Делай, что он говорит.